motherfucker. Это полюбас банши. Ну все, короче, смотрите, она кого-то одного изводит. Да, она кого-то сожрет. Она на втором этаже будет, ребят. Да, она на втором этаже будет. Так что надо свет вон там выключить вдалеке. Да, правильно, Олег, идешь. Нет, я иду. В коридоре нам нужен свет, чтобы убежать отсюда. Как свет включать надо было? Выключатель. Ох ты! Дверь! Дверь закрылась. Она идет, тихо, прячьтесь. Присядьте. Чего слышу? Я не вижу, она впереди, впереди! Олег, иди туда, иди! Она меня съела! Видел все? Да, она говорит, не шуми, он туда-сюда бегает. Да, я присел сразу. Я даже присела, Женя. Вы капец, вот вообще команда здравая. Прям сами спаслись, а мне вообще ничего не сказали. Нет, Жень, ну смотри, давай логически рассуждать. Если на тебя бежит маньяк с топором, или призрак, или какая-то любая другая херня, ты что будешь делать? А. Побежишь куда-нибудь подальше, Б, спрячешься, или С, будешь как дебил стоять перед ней. Ты выбрал почему-то третий вариант, когда все выбрали первый и второй. Я спаниковал, между прочим. Я не думал в такой ситуации ни разу. Давай, пока, Женек. Не волнуйся, это естественный отбор. No! Свинья твоя, сивая мазафака! Who's next? Я вас всех вырежу! Засажу по самой гладкой! What the fuck? Беги, сука, беги! Этого мазафаку хрен убьешь! Приглашение в игру. Ну и чё? Где только я нажал два раза. Куда ты нажал? Мне куда надо нажать? Thunder Smith 86. Тебя у меня нету. Гоша, нужно знать, как ты называешься в игре. А, надо в игру войти мне, получается. Как бы да, вообще, в принципе, чтобы поиграть в игру, надо в нее войти. Минимум надо войти в игру, да? Датчик звука, успокоительное, инфракрасный датчик, неоновая палочка. Для тебя каждое слово, по-моему, удивительно, да? Блин, а ключ что-нибудь взял? Нет. Я бы этот ключ возьму. Ага. Нэнси Браун. Браун. Она не любит, когда называют по имени, но отвечает всем. Нэнси Браун, ты здесь? Нэнси Браун. Блин, а где горбатый? А вот он. Шойка вечно какой-то горбатый. А где горбатый-то, кстати? Так, пошли, надо соль рассыпать. Давай я около книжки тогда здесь рассыплю. Нэнси Браун. Как сыпать ты, блядь? Где Женя? Я здесь, я бегу. Нэнси Браун. Я бегу, он ко мне идет. Ты офигел, ты меня кинул. Нэнси Браун, ты здесь? Слышите звук где-то? Вода. Надо как? Мне кажется, надо дергать отсюда. Уходим. Пойдем следы посмотрим на соли. Это где я посыпал? Вон там, видишь, белые. Нэнси Браун, ты здесь? Ты плохая, Нэнси? Или ты хорошая? Ты плохая девочка, Нэнси Браун. Подкатывает. Смотри, нажми на цифру 5. Быстрее. 5. На G. На кнопку G. На G. На G. На G. Красавчик. Все, теперь иди умирай.
И что было? Я взял что бомбу, чтобы если тебя убьют, не бегать ее не искать. Иди воюй, иди сюда. Беглом. Ох, Серега-то, а? Серега-то тоже не промах. Серега тоже не промах. Олег зашкерился. Да? Олег в этом стоит, на втором этаже? Ты дебил? Он дебил. Лишь раскрыл, где я. А, мы же в одной команде, точно. Долбал напарничка. Нэнси Браун? Или кто она там? Как думаешь, она в трусиках? Подожди, слышишь этот шум? Да. Это сфинктер Жени. Нэнси Браун. Уёбываю нахуй. Стоим здесь, Женёк, стой! Стой, Женёк! Нэнси Браун, мы на лестнице. Нэнси Браун. Она не стала сюда спускаться, слышишь? Женя, иди ее в десны. Иди ее приласкай. Вот она. Нэнси Браун. Идет. Слышала. Женька душит внутри. Хотя упал обняк. Я все заснял. Ты видел, как он обняк, блядь? Застрахуй, братуху, застрахуй. Женек такой идет, у него фонарик аж выпрыгнул. Ты тоже видел это? Столбника поймал, пацан. Да, я на его задушил, короче. Ох, я весь мага отсюда. Ты видел, что они творят, а? Ах ты, вот он, присел. Старом углу чемодана, там, где клопы танцевали, маленький клопик серый пижамки к лысой плохе приставал. Скажи мне, блоха. Это, Серега, не слушай его. Это все психологическая атака у него. Любишь сердце погубишь ты молодого клопа. Я тебя, Серега, клопик любила. Я тебя клопик ждала. Сука, да? Смотри, что творит. Сердце молодого клопа.